Утречка, отличный днёк для важной информации. Эй, на связи Чандер, это новое видео по важной информации о канале, поэтому смотрим его до конца. Сразу переходим к каналу. Многие, я думаю, обратили внимание, что не отображаются там шапка, свои там аватарки, чужие аватарки не отображаются. Чаще всего тут какой-то листик, да, и не удалось загрузить изображение. В общем, YouTube также уже очень давно не платит, так что да, ребят, YouTube сломался. Починится он или сломается до конца, я понятия не имею. Как выходили там 6-12 роликов в день, да, так они и продолжат выходить. Однако, чтоб нам с вами не заморачиваться по поводу того, закроется YouTube или нет, у нас есть альтернативные источники, где можно как и видео посмотреть, так и оповещения получить. Давайте, пожалуй, начнем с оповещений. Оповещение, в первую очередь, это, конечно же, Discord. Здесь ровно 100% всех уведомлений, всех новостей приходит. То есть там, вон, вышел новый стрим. Да, начался новый стрим, уведомление пришло, вышло новое видео, уведомление пришло, какая-нибудь новая новость появилась, новая информация там о канале, о каких-то там, я не знаю, раздачах и прочее, все это у нас здесь отображается максимально актуально, поэтому, ребят, даже если вы абсолютно асоциальны или вам не нравится Discord, хотя ребята тут есть, которые общаются, да, даже играют вместе, устраивают какие-то активности, в частности, вон, Натрова, ну, чуть позже к этому перейдем. В общем, даже если вы асоциальны, залетаете все равно в Discord, даже если он у вас не установлен. Два канала вот этих вот оставляете, новости и оповещения, остальные заглушаете, и все. И не паритесь, вы получаете актуальную информацию, вот актуальные новости и, собственно, информацию о новых стримах, о новых видео всегда оперативно, вот. Смело пользуйтесь. Далее, телега, ребят, у нас и есть, она не так давно появилась, но здесь пока что в качестве вот теста у нас выходят оповещения о стримах оперативные. Однако, в будущем мы, конечно же, будем Telegram развивать, поэтому смело можете залетать и сюда. Также, ребят, по поводу видосиков, да, видосики у нас выходят на ютубчике, но также видосы можно найти еще и на рутубе, и на Яндекс.Зене. Вот, на рутубе мы только что создали канал, успели сюда залить только вон Планет Крафтер и 20 минут до рассвета. Вот, будем загружать и предыдущие, конечно же, ну и все свежие будут выходить. Причем, важный момент, ребят, вы сейчас смотрите это видео, а на рутубе уже выходят те ролики, которые выйдут на ютубчики только завтра. В общем, сначала выходят ролики у нас на рутубе, на следующий день у нас ролики выходят на ютубе, а потом где-то часа через 2-3 после ютуба у нас ролики заливаются на Дзен. На Дзене видосики у нас, правда, все, какие есть на ютубе. То есть ровно 100% видос с ютуба, да, у нас есть уже и на Дзене. Вот, на рутубе, ну, только что создали, поэтому не так много успели загрузить. Но сначала у нас рутуб, да, потом у нас ютуб, потом у нас Дзен по ходу, в общем, заливки. Также, я думаю, вы обратили внимание, что ролики у нас последние идут на стримах, запись проходит. Все стримы мы проводим на Трово. Раньше мы проводили на Трово и на Твиче, но Твич там что-то начал выкабениваться, поэтому сейчас все стримы проходят на Трово. Стримы почти что каждый день, поэтому смело можете сюда залетать, например, фоном поставить стрим, очень даже отличная тема. Я сам так делаю, поэтому знаю, что вам рекомендую. Вот, в частности, здесь есть различные там сундуки, там можно грабить караваны, что-то в этом роде. Вон в Дискорде, в частности, у нас ребята общаются по этому поводу. В общем, какая-то такая активность стримовская есть. Можете смело на стримы залетать. То есть мы сначала записываем видос на стриме на Трово. Потом у нас эти видосы попадают на Рутуб. Потом у нас на следующий день попадают на YouTube, ну и где-то через 2-3 часа после YouTube у нас попадают на Дзен. В общем, вот так вот у нас сейчас проходят видосы. Так что, ребят, не парьтесь по поводу того, сломается он до конца, не сломается. Мы с вами подготовились, у нас с вами есть альтернативные источники. А также, ребят, как вы знаете, кнопка спонсировать есть, да, если вот войти в аккаунт, тут появляется кнопка спонсировать. YouTube не платит,
поэтому кнопка сейчас это не работает, но если вы хотите вон сказать спасибо каналу, да, отблагодарить автора, то можете смело перейти на Boosty, ссылки опять-таки они все есть и под каждым видео, и вон в описании о канале, много где различные эти ссылки есть, только слепой может их все не увидеть, а вот, поэтому можете смело залетать на Boosty, вон самая простая подписка там 50 рубасов, ребят, это две поездки на автобусе в каком-нибудь провинциальном городе, я уж не говорю о Питере там или Москве, поэтому это расслабься, не парься. Я, разумеется, не принуждаю, все зависит исключительно от вашего воспитания, да, то есть либо вы благодарное существо, да, либо вы, ну вот, обычный человек, да, который хочет все на халяву и как бы все ему должны, да, но если вы хотите сказать спасибо, то... Ну, я буду рад, да, я буду лично благодарен. Спасибо большое ребятам, которые поддерживают, как донатиками там через Donation Alerts, да, на стримчиках, можете видеть даже в видосах, да, иногда сообщения всплывают, так и вот в качестве подписчиков тоже спасибо. Я уже записал свыше... Ну вон, почти 6 тысяч видосов, ребят, кто-то может сказать, то что это, но это же хобби, ребят, почти 6 тысяч видосов. Для того, чтобы их всех пересмотреть, вы должны полгода безостановочно их смотреть. Как вы понимаете, это все-таки труд, как ни крути. И если мне удастся хотя бы часть своих затрат, а это мои затраты, это действительно затраты мои на канал. Вот, хотя бы часть своих затрат, если мне удастся окупить, это было бы очень даже классно. Вот, поэтому огромная благодарность всем, кто меня поддерживает. Это здорово, ребят, вы классные. Вот, поэтому вот такая вот у нас информация вышла, ребят, дальше какая будет еще новая информация, новые какие-то источники, да, новая информация по каналу там и так далее, будут подобные видосы выходить, поэтому следите за видосами, они там отдельно вот выделяются, и один ролик в день у нас обычно выходит, когда выходит именно такой ролик, ну, чтобы лучше было его видно. А вообще в Дискорде можно эту всю информацию получать и не париться никогда. Вот так вот. Все. Всем удачи. Всем пока.